fajna. Miedziana, ale patyna fajna. Co to jest? To aluminium. Wiem. Lekka bardzo, lekka. Chyba aluminium. A co to jest? Łyżka. Łyżka? Zumanna. Wyspraw. Drzewie gdzieś. No, mów coś. Dwa pningi, 1874 rok. Piękny stan. Kolekcjonerski. Gablotk. Jest ostrość? Nie wiem. Bo tak. Łuska od kalibru 8,8. A, no w sumie rzeczywiście, to może być jakiś tam... Ten, jakiś to dużego. Założę się, kopię taki duży dół i będzie coś małego. No. Ja też, tak sądzę. Ale bym się śmiał, gdybyśmy znaleźli ten pistolet. Dlaczego byś się śmiał? A góra, jak kopię taki... A jak kopię taki... Taki malutki kopię. I taki... Coś... Łuska. Oś ty w mordę. Oła. Ma... No naprawdę, piękne grama. Zabierz łopatę. Zabierz łopatę. Coś tu coś zakopał 100%. Chodzi? No mówiłem, że się z tyłu zakopał. Weź sprawdź jeszcze. Coś pocisku zakopał. Może to od brataka. Nagle brataka. Proszę, ktoś zakopał tutaj. Sprawdzę, no. Предыдущее видео было снято в первой половине апреля. Это была так называемая разведка боем. Во второй половине апреля погода и природа были уже совсем другими. К сожалению, я забыл зарядное устройство и второй аккумулятор, поэтому удалось заснять только один день из трех. Фотки всех интересных монеток будут в конце видео. Шмурдяк типа наперстков и медных колечек и иной конины. Фотографировать лень. Сори. Привет всем копателям. Находимся мы неподалеку от красивого города Пасым. Городок небольшой, около 2500 жителей, но с бурной историей. Со второй половины первого тысячелетия нашей эры здесь обитали племена галиндов, которых в 13 веке выкурили со своих мест обитания тевтонские рыцари. В 1386 году тевтонский орден основал город. Считается, что это самый старый город на Мазурах. Потом долгое время Пасым переходил из рук пруссов в руки поляков и наоборот. Пруссов и поляков пытались в кавычках замирить татары в 16 веке, Наполеон в 19 веке. Однако полностью удалось замирить только Первому белорусскому фронту. Замерил он так,
что в 1946 году Пасым лишился городских прав и стал обыкновенной деревней. Вернул себе права Пасым только в 1997 году. Как подобает средневековому городу, он несколько раз сгорел дотла, принял с распростертыми объятиями эпидемии чумы и холеры, но святое место пусто не бывает, и новые рисковые жители прибывали и устраивали свой быт. Колесо истории крутилось дальше. О, есть. А, монета. Монетка. Одна на рубль. Снимаешь? Угу. Так, какой рубль? Это что-то очень интересное. 1930. О. Немецкая, по-моему. Видно на себе? Как единица есть. Это поле. Рейх. Что-то тут. Рейх. Дойч. Дойч. Угу. О, отлично. На твоей стороне. Отлично. Тут тоже что-то есть. О, ложка. Целая? Нет. Ложка. Серьезная ложка. Стальная. Старая ложка? Железная. Вот такая вот. Щи хлебать. Ты написано так? Все. Забить лопату подальше, а потом ее вниз. Правая рука вниз эту лопату должна. Вниз лопату. Ты вверх поднимаешь. Я тебе говорю вниз. О. Итак. Не думаю, что тут что-то есть. Чуйка не подвела. Что-то есть?
Тут. Ну. Тут. Фактически. Ну, тоже теперь она где-то здесь. О, Наташа, у тебя монета упала, и ты ее не видишь. Все-таки я решил подождать, потому что сигнал был хороший. Наташа, ничего не видно. Эй, ну, на штаны, скажем. А? Видишь? С другой стороны. И что, там видно что-нибудь? Это, мне кажется, то же самое, что тогда было. Ну, давай. С этим деревом. Не, это один что-то. Диш, спасибо мне. Это не видно. Это я выкапывала. Я выгребала, но ты нашел. По-моему, 1900 год. Вот он здесь написан. Ничего, сфокусирует. Если не терпится увидеть находку, отмотайте секунд 30. Дочка первый раз взяла в руки лопату. Лопата тяжелая, земля твердая. Тем приятнее находка. Опять идея, потому что может это... Лежит еще там. Будет чего смеяться. Спасибо, Даш. О. На. Как раз такой маленькой кучки. Или все-таки здесь? Не, еще здесь уже. Вон, Наташ, монетка опять. Стой, смотри, как только я сказал сам, ты сразу ее нашла, а так еще копала бы. Стоп, стоп. Теперь два фонарика. Да? Угу. Еще, Наташа, есть монета, по-моему, 3 фонарика. Угу. Еще 5. Так что давай по нарастающей иди. На другой стороне. Подожди. Ну, Wait. Да, тут осталось. Ну, ты специально это сделал? Нет. Тут тоже орел, наверное.
как-то хочется снять, что здесь. Это 50 грошей какого-то 1949 года. Это два фининга 1878 года. Шестого. Это один фининг из 1900 года. А это рейхсфининг 1930. А вот это вообще обалденно. 1870 с ушком. Что-то тут. Победа над Францией. Что-то тут непонятно. Будем дома разберемся. Что это такое? Ух ты, какой узор. Покажи. Видно? Только бы с ней не трясет даже. Это уж слишком мало. Ну. Ладно. Окей. Попал? Да. Что-то такое непонятное, а? Угу. С таким колесиком. Может, тут что-то есть, что-то написано? Подожди. Точно написано S. S and S. Но какой год не написано. Но там корона есть, так что означает... Что это такое там появилось? Или трава? Что касается медали, это франко-прусская война 1870-71 года. Война, спровоцированная прусским канцлером Отто Бисмарком и формально начатая Наполеоном III, закончилась поражением и крахом Франции, которая была монархией, а стала республикой. А в результате этой войны Пруссия сумела преобразовать Северогерманский союз в единую Германскую империю. Вот. Я так слышал, что бронзовые французские орудия были переплавлены на медали. Медалей было много разных. Вот я не смог в интернете найти такую же, как у меня. Вернее, одну нашел, но она была круглая, а у меня овальная. Все остальное совпадает. Где-то что-то тут происходит. Стекло. Так, значит, если есть стекло, значит, будет пробка. Ну и что это звонит-то непонятно? О! Что это? Это что-то интересное. Что-то интересное. Опять что-то такое вот интересное с ушком. Угу. Снова мы копали. А что это такое, непонятно. Ну, может еще что-то? Ну не может это быть. Водочная пробка. Опытные искатели цветных металлов наверняка заметили, что я еще не набрался опыта. Слишком высоко поднимаю катушку. Сказывается боязнь повредить ее. С другой стороны, культурный слой в тех местах не превышает 20-25 сантиметров. Так что думаю, что много интересного я не пропустил. Удачи всем копателям!